Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я пришел в самый большой супермаркет в Пекине. В Пекине есть дофига супермаркетов, но один из самых больших является вот этот. Он рассчитан на богачей, типа того. Но в основном тут цены такие же, как и в простых супермаркетах. Но он огромен. Сейчас за это все вам покажу. В этом супермаркете все есть. От еды начиная, то одежда заканчивая. Он на самом деле огромен, посмотрите. Мои первые впечатления об этом супермаркете. Он чем-то похож на Walmart, но Walmart чуточку поменьше. Так в основном все одинаково. И цены чуточку ниже по стандарту. Не такие уж дорогие. И все. В сегодняшнем видео я вам показал, что в Пекине есть огромный супермаркет. Походил, купил вещи и сейчас иду домой. Спасибо всем за просмотр.